Wherever you look these days, you see more and more people. The population has grown by 20% in the past 10 years. And every single one of these people seems to own a car. At least, that's what it feels like when you get on the road. Most of the time, vehicles hardly move, with frustrated drivers spending hours in traffic jams. Nitrogen oxide, carbon monoxide, and more. While commuting, we seem to breathe in the whole periodic table. Our capital is quickly becoming one of the dirtiest cities in the world. City authorities have declared a commitment to reduce air pollution by 25% in the next 10 years. It's a very ambitious goal. So they had to come up with a radical solution. Most of the streets in the old city centre are to become pedestrian-only zones. This first pilot traffic-free street was officially opened 6 months ago. Это было, правда, непростое решение сделать, создать здесь такую пешеходную зону. Было много споров, много дебатов, говорили, что это создает проблемы с транспортом. Но собрались экологи, собрались архитекторы, собрались экономисты, подсчитали и в конце концов пришли к решению, что это будет хорошо для людей, это будет хорошо для города и для страны в целом. Ну, давайте посмотрим, здесь, сколько здесь кафе, сколько здесь ресторанов, развивается частный бизнес, развивается туризм. Это все, естественно, деньги, это все, естественно, прибыль. И в целом развивается экономика страны. Ну и не будем забывать и об экологической стороне, с той стороны этого проекта. Тут чистый воздух, тут нет загрязненного воздуха, выхлопных газов. Тут можно гулять с детьми. В общем, в целом этот проект работает. И я думаю, что если будет побольше таких зон пешеходных и вот таких смелых проектов в городе, то будет хорошо для людей, хорошо для страны и хорошо для города.